Что за херня с тобой творилась? Брэд, тебе же крышу снесло! Ты чуть меня не убил! Что? О чем ты? Да ладно! Что за ерунду ты несешь? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Я что-то видел. Какую-то старуху, полоумную, ровесницу динозавров. И все бы ничего, но она просто взяла и исчезла. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Так, погодите, окей? Этот корабль не просто жуткий, а какой-то совсем уж жуткий. Сечете мысль? Тут явно что-то происходит. Что мы знаем наверняка? В чем уверены? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, типа, корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Что здесь произошло на самом деле? Этот корабль — сплошная загадка. Я видел газету 47-го года. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь, всякая жуть. Стрёмное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Такое чувство, что мы в большом плавучем гробу. А трупы откуда? Идут в комплекте? Они выглядят так, будто умерли от страха. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Наверное, это бред, но может, из этих орудий сбили тот самолет? Пригодились бы, если б не дырки. Нашли выход? Увы, нет, но... Я буду искать. Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться.
Подсади-ка. Я помогу. Здесь я бежала за Конрадом. А, знакомое место. Сюда. Тут можно пройти. В последней записи сказано про шторм. Нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Наши шансы на выживание оценивают невысоко. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Не позавидуешь.
Смотрите. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть. Есть контакт. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты... 12.30 южной широты, 151.20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на старом грузовом судне. Кажется, его название Аранг Медан. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Йоу, народ! Зацените! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толку. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом. Я не понял, ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, это метафорично. А не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Ну, если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не всегда сможешь меня защищать, здоровяк. Я справлюсь, честно. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Кости целы? Все на месте? Все целы. Нормально. Что будем делать? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Ладно, мы будем ждать у радио. Эй! Ты первый. Это, видимо, нижний уровень корабля. Хотел бы я... Знаешь, кайфануть. Что за хрень ты несешь? Ну, при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований. Серьезно? Вот уж нет. Вовсе нет. Сказала та, кто первая погрузилась к Крэку. Заткнись.
Похоже, какие-то разборки. 10 дней в карцере. Ого. Видать, ему основательно крышу снесло. В лазарете лежал парень по имени Джо. Сын кого-то из экипажа. Иди посмотри. Смотри, там внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Лестница обрывается. Кажется, я могу... Стой! Ты в порядке? Да. Я в норме. Спускайся. Господи, чего? Смотри, там это. Стой, ты не видела? Ау? Так значит, у меня глюки, а у тебя нет? Значит так. Вот что я думаю. Этот корабль вез манчжурское золото. Ну, то есть на самом деле опасные реагенты, верно? И тут везде этот странный туман. На всем корабле. Может, это манчжурское золото? И может, оно сводит нас с ума, понимаете? В смысле. Я точно видел какую-то хрень, которая казалась такой реальной, но вдруг ее не было. Экипаж был чем-то до смерти напуган. Ничего не было. Не на самом деле. Это все галлюцинации. А с упавшим самолетом это никак не связано? И был он поисково-спасательный. Он прилетел, потому что с корабля послали сигнал бедствия. Но, думаю, они уже были под
действием тумана и по какой-то причине сбили самолет. Кто же знает, что им там примерещилось? О боже. Ладно, идем дальше. Смотри, корабль был на якоре. Но почему? А знаешь, чего я хочу? Сухие шмотки? Да. Я нашел! Слава богу! Он работает! Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Все, пойдем наверх. Где-то же можно подняться. Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием! Нужна помощь! Срочно! Какие-то существа на корабле пытаются нас убить! Прием! К вам уже направляется группа спасателей! Прием! Местонахождение подтверждено! А что в тебе? Работай! Брэд, тебе же крышу снесло! Ты чуть меня не убил! Что? О чем ты? Да ладно! Что за ерунду ты несешь? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться.